Шестой класс, первая серия. Для счета предметов используются натуральные числа. Натуральные числа записываются при помощи специальных знаков. Эти знаки называются цифры. В десятичной системе счисления 10 цифр от 1 до 9 и 0. Натуральные числа бывают однозначными. Если число записывается одной цифрой, то это однозначное натуральное число. Двузначные записываются двумя, наименьшее 10, наибольшее 99. Трехзначные записываются тремя, наименьшее 100, наибольшее 999. Четырехзначные записываются четырьмя, наименьшее 1000, наибольшее 9999, пятизначные записываются пятью, шестизначные шестью и так далее. Натуральный ряд бесконечный. Итак, однозначных натуральных чисел 9, двузначных 90. От 10 до 99 включительно, трехзначных 900, от 100 до 999 включительно, четырехзначных 9000, пятизначных 90 тысяч и так далее. Давайте решим такую задачу. Сколько всего цифр потребуется для записи всех натуральных чисел от 1 до 1000 включительно? От 1 до 1000 включительно. Вот в этом ряду будут все однозначные, которые записываются одной цифрой. 9 однозначных, и каждая из них записывается одной цифрой. Будут все двузначные, которых 90, а каждая из них записывается двумя. Будут все трехзначные, которых 900, каждая записывается тремя. И кроме того, одно четырехзначное число, 1000, четырехзначное число записывается четырьмя цифрами. Так, а всего 9, 180, 180 это для записи всех двузначных потребуется. Затем 2700 и еще 4. Ответ 2893 тысячи. Цифр потребуется для записи всех натуральных чисел от 1 до 1000 включительно. В десятичной системе счисления 10 цифр. Половина из них четные. Это 0, 2, 4, 6, 8. И другая половина нечетные. 1, 3, 5, 7, 9. Если число оканчивается на четную цифру, то это четное натуральное число, оно делится на 2. А если натуральное число оканчивается на нечетную цифру, то это нечетное натуральное число. Оно на 2 не делится. При делении на 2 будет остаток 1. Так, давайте рассмотрим понятие сумма цифр числа. Например, число 18092. Число записывается 5 различными цифрами. 1, 8, 0, 9 и 2. Можно сложить вот эти значения, получится 20. Сумма цифр числа равна 20. Так, произведение цифр числа. Давайте рассмотрим число 13570. Если перемножить, то получится 0, потому что один из множителей равен 0. Итак, произведение цифр данного числа равно нулю. Любое многозначное число можно представить в виде суммы разрядных слагаемых. Например, 7618, 7000, 600, 1 десяток и 8 единиц. Число 80000,
420 в виде суммы разрядных слагаемых или в виде разложения по разрядам выглядит вот таким образом. 8 раз по 10 тысяч, 4 сотни и 2 десятка. В разряде единицы тысяч 0, значит, отсутствуют, и единицы единиц тоже 0. Давайте рассмотрим признаки делимости. То есть в каком случае натуральное число делится на 2? Как определить, не выполняя деление? Так вот, натуральное число, если оканчивается на четную цифру, оно делится на 2. Натуральное число делится на 5, если оканчивается на 0 или на 5. Натуральное число делится на 10, если оканчивается цифрой 0. 0 – четная цифра, значит, будет делиться на 2 и будет делиться на 5, значит, делится и на 10.